Нам сейчас мы, короче, решили на улицу выйти. С мамкой, короче, решили почаевничать. Вон чайник вытащили. Какая красота! Мертвая вода не поливала. И растет, да? Сам по себе растет. Охренеть. А ты видишь, какой огурец сидит там наверху? Смотри, какой огурец. Какой огурец большой? Да, на несколько сантиметров в день растет. Вот это наше место, мы зайдем как-нибудь, да? На молоко, что ли? Сколько же молоко? Две бутылки. А, не знаю, две сюки. 10 000? 200. Вот мои розы. 200 рублей? Да. А сколько молоко стоит? Кем? Молоко. Мам, ты даже сама матершинница. Тебе сама поняла, что денег много уходит, да? Мам, не копите. Приходит нам много денег. Вот. Вот, ребят, даже матушка подтверждает это. Нам деньги приходят. Представляете, ребята? Син телефона не афишируй. Воры придут, да? Воры придут. Киге мне шу стрижка, киге кишлер могут тебе. Мам, знаешь, что мама... Ах, не успеешь даже звонить. Я тебе сейчас одну вещь скажу. Дохает, нахуй, я тебе сейчас одну вещь скажу. Долматов говорит. У меня в кармане ни копейки денег нету, но все деньги мира мои. Вот так же и мы. У нас мама что думает, сейчас деньги есть, что ли, в кармане? Ни копейки. Мы тратим их. Но все деньги наши. Вот когда у нас желание появляется, и деньги приходят. Вот что интересно. А твой вор придет, а у меня их нету, этих денег. Ты понимаешь, нет? Убийца придет, а не вор. А зачем тебе? Вопрос. Вот и теперь вопрос, придет. Ребят. Вот здесь возникает вопрос. А для чего я хочу умереть? Понимаете, да? Да? Когда человек говорит, у меня страх, потому что твои дворы, которые меня оборуют, меня убьют. Даже мне нельзя банок кашляган хотен даган соблазнилась деньгами. Слушайте, какими? Не считали? Новости. Телевизор нет, нет. Нет, а что? Татарстан, что это? Мужик у нее играл. Ага. Этим. Игрок был, игрок. Игрок, да. И она любила его сильно. Угу. Это в газете писали. Угу. И что? Ну что же она этот день хапнула и ушли, убежали они обои. И? Когда деньги кончились, вернулись, а его посадили. А ее тоже наказали, только... Ольга, там... иди нахуй отсюда, Саркова. Кого ты? Иди нахуй. Кому? Слово нахуй, понимаешь?